Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутер. И у нас вышло испытание сила фраг за Уэйва. Вы прекрасно знаете, что за Сани мне, в принципе, этот ивент понравился. Правда, я его просрал, когда пытался получить вторую силу фраг. Я просто тупо... Короче, ребят, опоздал, у меня было много там набитого, и я просто не покрутил колесо, ладно, хрен с ним, остался с одной силой. Что касательно испытания за Узунью и АО, мне вообще не понравилось, там все изменили, и это было просто невозможно выбить, поэтому я за Изунью, когда ничего не получил, за АО даже не старался этого сделать. Поэтому сегодня, ребят, проверим, как будет проходить испытание сила фраг уже за Уэйва. А с вас, друзья, обязательно лайк, я вижу ваши комментарии, как вы пишете, чтобы я снимал больше фрага, ребят. Это все зависит только от вашей активности. Будет много лайков, просмотров и комментариев, тем чаще будут видосики по фраг. Блин, я готов хоть даже по 2 видоса в день выпускать, главное, чтобы вы просто это все смотрели. Но с вас обязательно лайк, лепим свой клевый комментарий. И не забываем подписываться на мой канал. И обязательно вводите код создателя контента. Таким образом вы поддержите мой канал. Огромное вам спасибо. Вперед. Если честно, мне кажется, что здесь будет очень сложно набрать эти музыкальные сферы. Почему? Да потому что даже сама локация для этого не расположена. Во-первых, она сама нас гробит. Плюс здесь для лобовых атак, ну согласитесь, тут нет места. Здесь в основном что? Здесь надо добежать и уничтожить базу. Так, ну вроде вот сейчас кого-то удалось не убить, и сейчас что-то даже удастся подобрать. И заодно мы сможем сегодня даже немного заценить. А, долби. Вот он. Кстати, вот он. Умри. Но мы его не добили. Мне кажется, здесь много не насобираешь. Ой, что-то мне его пушка вообще не нравится. Ух, ёпты. Так, что-то подобрал. Блин, а где его умение? Я никак не могу им воспользоваться. Что за бред? О, меня атакует, ребят. Ну, вот кому пришло это в голову? Вот как против таких играть? Дебил, умри. Не, ну вот серьезно, а чего он кайфует? Он не понимает, что нужно здесь сделать? Жопа с мордой. Вот смысл даже сейчас, ну, просто что-то собирать. Это мне надо просто теперь нестись и просто уничтожать саму базу для того, чтобы хоть что-то, типа, собрать. А, у меня забияка есть. Хорошо. Мы еще на коне. Да пусть идут атакуют уже базу. Ой, блин, слушайте, что-то мне долби вообще не заходит, а? А почему не могу воспользоваться его умением? Да и медленный он какой-то, по-моему. Ух, меня выкинуло. Блин, ну сколько я там? Несколько собрал? Сколько? 4? Давай сюда. Подобрал. Блин, знаете, было бы, мне кажется, гораздо прикольнее, если бы мы могли собирать эту синергию абсолютно за любого героя. Ну, точнее, если убиваешь. А так, получается, надо и убивать этими героями, и собирать этими героями. Ну, как собирать, конечно, можно любыми. Успей... Нет, не успел. Блин, ну, локация вообще не предрасположена. Вообще. Блин, можно было, конечно, сейчас сфер тут набить. Так, я кого-то убил, только понять бы еще где. Где моя синергия? Стоять, умри, 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 умри. О, хорошо, 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 хорошо. Подожди, где очки? Где мои очки? Так, за кого? Блин, за защиту сюда сегодня, конечно, сейчас особо не прибежишь. Не, мало, мало, ребят, насобираю, мало. Чертовски мало. Так, ну по синюю подобрал вроде бы. О, 11. Ну, все равно, это самое меньшее количество, потому что меньше 13 я еще, по-моему, не собирал. А, не, собирал. Самый первый раз, когда играл за Сани, там вообще у меня было 0.
Вообще, на самом деле, вот за самого вот это, за этого героя Уэйва здесь можно очень хорошо набивать синергию, на самом деле. Его умение очень предрасположено к этому. Но, блин, ты тоже заморочишься, пока мисс подобежать надо еще. Пока мисс собрать это все надо. Да-да-да-да-да, я вас вижу, вижу, вижу. Ух, какой я быстрый, почему я такой быстрый? Давай, роняй, роняй, убивай. И этого убивай. Хорошо. Добил, собрал. Так, там, по-моему, что-то должно быть мое. Собрали. Тихо. Собрал. Слушайте, ну здесь можно насобирать нормально, хочу вам сказать. Ну, именно в этой катке. Стоять. Так, мне срочно надо хп, срочно надо хп. Блин, я мимо прошел. Слушайте, ну вот это ускорение, которое мне дает, ну, оно вообще мне сейчас не к масти. Оно мне просто всю игру даже запороло, я даже так сказал бы. Так, где кто есть? Ой-ой-ой, здесь что-то интересное мое. Да блин, не путайся под ногами. Так, ну у меня... Ой-ой-ой, сейчас большие надежды именно на эту катку. Собрать что-то более-менее нормально. Хорошо. Слушайте, вот теперь мне сейчас немножко тут что-то даже нравится. Слушайте, но Долби, мне кажется, ли он реально, ну, очень слабым каким-то кажется. Странное. Ну, это, скорее всего, умение только что произошло у этого Риппинфина. Куда я улетел? Так, есть кто дома? Ну, я хочу просто немножко подбить для того, чтобы потом за Уэйва просто взять и добить их. Вот так сделаем. Так, ускорение. Блин, ну это ускорение меня очень сильно путает, вот честно, очень сильно. Так, я воспользовался, воспользовался, стой. Так, где-то еще мое есть? Так, блин, я не хочу больше акулу атаковать. Я за Уэйва потом его просто добью и все. Ух ты, блин, меня сейчас тоже могут хорошо так подбомбить. Ладно, фокус не удался. Так, а моего ничего нигде нету, да? О-хо-хо, выкинуло. Блин, я хочу еще что-нибудь подобрать. 14. Ну, я думаю, это неплохой, в принципе, результат. Друзья, если вы до сих пор еще не поставили лайк этому видео, то настоятельно вам рекомендую сделать это прямо сейчас. И после того, когда смотрите это видео, обязательно проверьте, ввели ли вы код создателя контента. Есть первый. Ух, ёпты. Лучше надо... Ай, блин, он должен быть моим. Так, здесь никого. Ух ты, там серьезный парень. Ой-ой-ой. Да, умри. Блин, мне что-то это ускорение вообще, ребят, не улыбается. Ух, ёп. Блин, чё они вечно мне в стенку смотрят? Подождите, я могу за кого угодно убивать? Или это мне только что просто показалось? А, он ожил, все, я понял. Вот кто, вот кто, вот кому делать нечего атаковать мою базу, блин. А, как меня это вымораживает, просто скоты. На нахер, сдохни, ублюдок. Не, ну серьезно, вот какого хрена? Вот какого? Вот что мне остается теперь?
Ну, просто чисто идти, атаковать нахрен эту базу и все. Ну, ладно, ребят, давайте несемся на базу. Да все, это жопа. Тут даже заморачиваться не стоит больше. Вот нахера так делать? Вот что он нас собирал? Ни хрена. Знаете, вот мне интересно, что в голове у тех людей, которые вот так вот делают, да, там, где ивент, в котором надо убивать, они лезут на базу. Вот что у них там? Ну, я не знаю, есть какие-то шумы, звуки или вообще какие-то, ну, хотя бы малейшие колебания в голове. И вообще осознание того, что они делают. Ни хрена, я тебя все равно достану. Так, ну первое есть. Так, я еще, кстати, где-то кого-то снес. Ой, чувак, не за того, не за того ты сюда приперся. Блин, мне вот это ихнее, вот этот прикол со скоростью вообще не по душе, вот честно. Лучше бы что-то другое давали. Блин, ну где, где эта синергия? Я же поубивал. Ни хрена не могу понять, где эта синергия. Так, взял. Блин, я не понимаю, я их убиваю, ну где они? Подождите, может где-то на моей стороне? Ну, я здесь тоже ничего такого не вижу. Так, я вижу, они все с правой стороны идут. Здорово, чмоки-чмоки! Ух, нихера себе, я ускорился. Блин, какого хрена ты переключился именно сейчас? Давай, давай. Умри. Кстати, видели баг только что был? Вот за кристалл постоянно такая хрень происходит. Сколько не фиксит, а все равно баг за нее есть всегда. Ну, где кто? Да что за... Что это? Что это? Что это было? Что это за бесконечные замедления, блин? Типа три в одном? Так, иди оно. Мне кажется, я здесь ни хрена не насобираю. Так, я хочу обойти тут вокруг. Да блин, ну что за глюки? Есть. Так, вроде собрал, да. Я видел, где ты спрятался. Не прячься от меня, не смей. Так, мне надо срочно теперь туда за кого-то. Давайте за тебя. Там две синергии, чувак. Ускоряйся. Так, ну две вроде подобрал, да? Ну я фигню насобирал. 10. Блин, что-то мне подсказывает, что я не буду заморачиваться с этими силами фраг, если честно. Потому что, ну блин, ну сколько я там насобираю? Чтобы потом 5 дней вот это мучиться, чтобы потом чисто колесо фортуны покрутить ради чего? Чтобы какие-то там ништяки собрать? Ну блин, ну что там можно собрать? Чё это? Кого это заглючило? Что происходит? Так, там кого-то сейчас будем бомбить. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, ребята. Надо хп, надо хп, надо хп. А его здесь нет. Ой, я упал. А че они все на базе тупо сидят? Не, с одной стороны, это мне даже удобно сейчас будет. Сделаю уопля.
И будет сивопле. Ой, блин, куда? Так, чувак, ну вот тебе скорость точно нужна. Ух, ёп, кто-то меня бьет. Да, что-то мне этот долби вообще ни о чем. Я почему-то думал, он будет круче. Так, три. Да блин, ускорение дебильное. Где еще один? Короче, 2 на 2 обмен сделали. Слушайте, ну я сейчас чувствую какие-то торможения непонятные. А вон вижу моя синергия. Стой, блин, отстань от меня. Так, подобрал, хорошо, вон еще. Блин, нафиг тут сюда этот забор сделали? Бесит меня этот забор. Ну и кто здесь? Да слезь отсюда, дебил. Так, подобрал. Короче, ребят, наверное, пора базу уничтожать. Мало времени осталось, а вот так просто чисто по синергии заезжать, ну тоже. Это, конечно, все это весело и прикольно. Но по 300 раз я играть тоже манал. Блин, еще таких выбрали, блин, мне дебилов дали. Да я здесь все, я просрал. Надо было сразу базу вообще атаковать. Ну вот что это за, блин? Надо, чтобы давало нам нормальных героев. Нормальных, с нормальным соотношением, а не всяких там невидимок и тому подобной нечисти. Ух ты, нихера себе ты рванула. Стой, 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 я сказал. Так, тут кто-то есть. Да ёб твою мать, Михаил. Слушайте, ну прикол с ускорением меня прям бесит. Скотина. Скотина. Чё тебе пальцы отвалились? Ну ей-богу, ну чё за хрень, я не понимаю. Что ты там орёшь? Короче, ребят, буду сейчас просто принципиально уничтожать и базу, херобазу, абсолютно все нафиг. Бесят меня такие чуваки. Фиг тебе на палочке. Подождите, там кто-то в атаку шел. О-хо-хо, по красоте именно. На нахер. Все, пусть Уэйв там разносит. Я надеюсь, он ожил, да. Хорошо. Знать бы еще где. Блин, вот нафига мне дают эти ускорения, блин. Реально, это ускорение, это бред какой-то. Так, там кто-то убил. Так, мне уже, если честно, на эту синергию немного пофиг, потому что я не хочу проигрывать этому типу. Блин, ну слишком много всего, слишком много маятников из этих ускорений. Блядь, где что происходит, я не понимаю.
Зачем именно на этой локации делать силу фраг, чтобы вот такое непонятное что-то тут происходило? Да ёптой, текай отсюда. Когда вот так много активности, хрен пойми. Блин, я не могу из-за этой скорости нормально, блин, вообще. Это ж бесит. Сука, я возненавидел эту хрень. Дебилы. Зачем давать сюда скорость? Да все, я проиграл. Да давай резче, блин, не тормози. Да ладно. Я затащил эту катку, ребят. Прикиньте. Я, наверное, не буду заморачиваться с этой силой фраг, но по одной простой причине, здесь много не насобираешь, а потом, ну, 5 дней, через сколько там заморачиваться, ради чего? Ради того, чтобы потом один раз покрутить колесо ради каких-то там говнонаград и не выбить эту силу фраг? Ёпты, да ты прикалывайся. Вот как мне это теперь собрать там? Ладно, я их один раз сейчас постараюсь их убить. Нет, 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 дебил, не трогай. Не трогай, ты кто? Умри. Ну дай мне эту силу фраг. Как мне до нее добраться? Короче, ребят, я буду выходить, потому что, ну, это вообще не ахти. Осталось последний раз выиграть, и то, блин, какая-то хрень происходит. Не тупи и не глупи. Повезло страйкеру. Блин, да ладно, ничего, опять там застыли. Обалдеть. Так, страйкеры, ты мне тут прекращай это. Прекращай, я тебе сказал. Так, делаем канитель. Так, кого-то убили, хорошо. Во, вижу, 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 вижу. Мое, 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 мое. Привет, друг. Точнее, ты больше мне не друг. А я нашел себе суперсилу. Да что ты будешь делать? Блин, как же меня эта скорость бесит. Ненавижу, вот во фраге скорость, это, наверное, вообще ненужная хрень. Ну, может быть и нужная, но не в таком количестве, блин. Ты сдыхать собираешься, нет? Так, я до аптечки, до аптечки, до аптечки. Блин, ну там моя синергия, как я ее подберу? Подберу, подберу. Да, подберу. Ой, нет, не улети. Слушайте, ну то ли мне везет, то ли чувак как-то поддается. Так, пока у меня тут есть скорость, наверное, пойду вперед. Блин, ну мне что-то долби, ребят, не сильно зашел. Кстати, вы заметили, что в предыдущей катке за долби у меня умение-то, оказывается, не работало? А сейчас даже отсчет пошел. Так, где я? Ух ты, ёб... Да иди сюда. Мне же жалко, что ли? Так, ну я здесь, думаю, синергии понабираю нормально. Ну, то есть, немножко больше, чем чуть-чуть. Давай, давай, возьми. Так, где-то еще. Вижу. Подобрал. Так, меня тут Гигагу может, в принципе, завалить. Так, ну я успел его травануть. Ну, вообще не отраву делаем, но я это буду так называть. Слушайте, ну у этого долби, ну, атака вроде мощная, но она настолько кажется неуклюжей и никудышней. Ну и что теперь? Видели, как его атака выглядела? То есть надо обязательно навести на кого-то, потом нажать. Короче, ребят, будем потом за него задолбить.
Но мне кажется, его имя будет соответствовать его имиджу. Так, здесь 13. Ну, лично мне, ребят, все понятно. У Эви неплохо, локация, все хорошо. Долби, что-то непонятно, будем разбираться. Сила фраг... Навряд ли, ребят. Навряд ли буду здесь заморачиваться. 84, это учитывая тот факт, что 25 мне достались, ну, так, чисто за спасибо. Поэтому, ну, может быть, я буду здесь отыгрывать. Потом в конце, может, покручу это колесо все-таки. Но прям заморачиваться я точно не буду. Ребят, напишите мне обязательно в комментарии, играете ли вы силу фраг, сколько больше всего выбили. И вообще, напишите мне потом в будущем, удалось ли вам выбить силу фраг на него или нет. Потому что в прошлый раз мне вообще писали, что там чуть ли не с первого тычка, гоп, и выпало. Ну, у меня такая удача, ребят, еще не случалась. Ну, только разве что на каких-то там колесы фортуны или что-то в этом роде. Ну, были на канале Экспервит, ребят, с вас обязательно лайк, обязательно лепим свой клевый комментарий. Не забываем подписываться на мой канал и обязательно вводите мой код создателя контента. Мой код создателя контента Экспервит. Вводите каждые 7 дней. Пока-пока.